Привет всем! Я сделал уже 3 топа по PvP-мувикам времен классики. И в последнем я сказал, что новый топ будет отличаться от предыдущих. И отличие существенное. Хотя да, в ближайшие несколько минут речь пойдет опять о PvP в классическом WoW, но это будут видео с частных серверов. Так что если вы не любите пиратки, можете и не смотреть. Действительно крупные проекты по классике воодушевили многих игроков снимать PvP-контент и выпускать в свет свои PvP-приключения. В чем же отличие данных мувов от того, что было в оригинальной классике из моих предыдущих топов? Ну, во-первых, очевидно, что играя больше 10 лет в одну и ту же версию игры, люди добились уже нереального понимания как игровой механики, так и своего класса. Они, простите, задрочили свой PvP-скилл до уровня бог. Так что тут уже нет места бэкпедализму или кликерству, а скорость реакции просто запредельная. За многие годы игры на одном серве на кап уровня, помимо топа квипа, как правило, собран уже и, ну, в общем-то, полный пакет всех инженерных фишек, редких тринкетов и всего остального. Честно говоря, в какие-то моменты на это порой даже страшно смотреть. Ведь если представить, что такие, простите, задроты попали бы с помощью машины времени в оригинальную ванилу, то, объединившись, они бы просто в соло выносили целые фракции. Имха. Во-вторых, FPS, разрешение, да и в целом качество, конечно, очень сильно отличается от старых и дряхлых ванильных мувов. Железо нынче другое, а ведь игра при этом все та же. Конечно, все это на любителя, ведь частные сервы не лишены багов, доната, поэтому трудно к ним относиться с тем же трепетом, что и к оригинальным мувам. Однако создатели роликов явно потратили много усилий на сбор контента, монтаж, поэтому лично я к ним отношусь с симпатией и уважением. Да, это пиратки, но все же, наша любимая ванила. В данной подборке собраны мувов от игроков сразу с нескольких крупных проектов по классике, таких как Кронос, Носталриус, Элизиум и Феникс. Приятного просмотра. Сарик. Да, начнем с Undead Rogue, как оригинально, сервер Феникс. Ну черт, он чертовски хорош. Ценная фишка видео, интересные дуэли с хорошо одетыми игроками, да и вообще в целом в его PvP-подборках битвы идут в основном с людьми в хороших эпиках. Ну, это, конечно же, не говорит об их PvP-скилле, но тем не менее. Мне понравились его интересные файты, один против нескольких противников, монтаж, милая кричащая музыка. Сарик снял много видео, и не все они, кстати, были по классике, часть была по арена-турнаменту в версии 3.3.5. Перплексити. А вы думали, я ограничусь только одним мувом по роге? Конечно нет. Этот чел, кстати, игрок с другого серва, Кронос. Он снял несколько частей, третья аж длиной в 35 минут. Монтаж, эффекты, да и сам контент очень неплох. Много я здесь говорить не буду, на самом деле он довольно похож на то, что сделал Сарик, только больше электронной музыки. Avoid Me. Трех рог для топа, я думаю, достаточно. Этот рога с Рилма Элизиум. Почему его стоит посмотреть? Ну, во-первых, он назвал свой мув гушблинг, и это уже круто. Во-вторых, он реально очень четко прожимает гуш бесчисленное количество раз, запарывая магом их спасительные блинки. Таких моментов довольно много. В-третьих, он не андед, а хуманша. Про ловлю койлов ванишами я уже молчу. Это делают на автомате все вышеперечисленные роги, но все равно смотрится круто. Так, я ведь уже говорил раньше, что PvP-мувики друидов в ваниле это в основном унылое говнище, да? Ну тогда скажу это еще раз, они реально отстойные. И проблема не в игроках, а в самом классе, где, чтобы кого-то убить, нужно прожимать 100-500 спеллов и кнопок, выжимая все до последней капли из своего персонажа. И нет, не надо мне тут говорить про мункинов на спелл дэмэдж, это скорее уже какие-то уникумы. В общем, Storm X с Элизиума постарался показать нечто новое, динамичное и интересное. И знаете что? По-моему, у него получилось. Еще он любитель менять свою модельку эльфу на андеда. Андед в сете с оленями рогами смотрится, ну, как минимум эпично. Лично мне очень понравился выбор музыки, и я могу сказать, что это друидское видео, которое можно смотреть и не бояться уснуть.
Ну что ж, вот и дошла очередь до самого скиллового и динамичного класса ванилы. Конечно же, паладин. В лице Ренаватиус Кронуса. У него очень знатный шмот, по сути бис для ретри паладина. Это тир 2.5, сульфурас, а билд у него на реконинг. Видите, как вылетают сразу 4 белых атаки и ваншотают противников? Да, вот это он и есть. Это тот редкий случай, когда мне мувик паладина понравился и захотелось пересмотреть его сразу. Реально интересная подборка, бешеные цифры. Он убивает по 2-3 ордынца сразу. Отдельный ему респект за System of a Down. Ведун. Пришла очередь мага. Начнем с ведуна. Nostalrius. Elemental Build а-ля Верни Стайл. Нет, на самом деле, хоть он и назвал себя элементалистом, но в реале он бегает с билдом на барьер, что уже делает его все-таки фростом. Тем не менее, занятные бои, монтаж, скрим мьюзик. Что же еще под андеда включать? Ну, в целом, зачет. Flow и его серия видео Ванила Флэшбэк. Undead Frost Max Феникса. Тут фишка в том, что он гоняет в крутом гире, тир 3, ну и тому подобное. Его противники также зачастую хорошо приодеты. Качественная нарезка, обработка, ну а пафосный саундтрек делает мувик просто эпичным. Многие мне говорили про этого чувака, Готс Nostalriusа. Некоторые даже называют его новым Дрейкдогом. Ну да, это Undead Warlock, он нафармил 14 ранг. Хотя на пиратке это такое себе. Но этот чел, видимо, очень любил классику. Про само видео, ну на мой взгляд, фишка, конечно, в монтаже. Он достаточно охренительный. Ну и вставочки машиним, и приколов, все это заслуживает вашего внимания. Поэтому я много говорить не буду, просто посмотрите сами, если вдруг не видели. Да, и напоследок. Я, кажется, говорил, что видео по рогам больше не будет. Я соврал. Ведь как я мог пропустить мувик с такой нереальной превью-картинкой? Это же просто долбанный огонь. Если кто вдруг не понял, Stranglehorn Vale, она же Тернистая долина, часто называлась Вьетнамом из-за обилия постоянных PvP-стычек Орды и Альянса. А Госли взял и поставил на превьюшку Андеда в армейской каске. Ну это же топ. Ну ладно, к сути видео. Будучи рогой 39 уровня, он вырезает альянс одного за другим, причем порой его противник выше него на несколько уровней. Жесткий абуз инжи и кулдаунов позволял ему это делать. Ну и конечно же скилл. Прикольное и необычное видео, все-таки в классике low-level PvP был жив и весьма интересен. Как же я по этому скучаю. Ну что ж, надеюсь, вам было интересно. Лично я сам кайфанул от этих мувиков. Также увиденное заставляет невольно задуматься. А когда выйдет официальная классика, ведь PvP по идее будет выглядеть примерно так? Или нет? Пишите, что вы думаете в комментариях. А также ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.